В городской управе сил Ломяев в торжественной обстановке прошел прием в честь чемпиона Эстонии по боксу Родиона Ипполитова и его тренера Николая Бабкова. Напомним, что Родион Ипполитов завоевал звание чемпиона Эстонии в весе до 75 килограмм на чемпионате Эстонии по боксу, который состоялся в Таллине в конце февраля. На приеме у мэра Родиону и его тренеру вручили благодарственные письма, а также символические подарки. Руководством города было принято решение оказать содействие спортсмену и его тренеру в привлечении поддержки. Действительно, городское управление города Силамяева традиционно всегда чествует своих лучших спортсменов, которые участвуют на различных соревнованиях на Эстонии, Европа, либо это будет мир. Потому что для города очень важно всегда чествовать и видеть тех спортсменов, которые представляют наш город. Сегодня такая же была история и с одним нашим жителем города Силамяева, Родионом Политовым, который выиграл соревнования Эстонию в весе 75 килограмм и в категории У-40 взрослых. То есть действительно очень серьезная, сильная победа. И сегодня в городском управлении мы его чествовали, общались с тренером, с Николаем Бабковым, который также рассказал, как он смог достичь таких результатов. И совместно с городским управлением, с руководством обсудили личные планы, также поговорили о боксе, как развивать дальше, какие предпочтения, какие предложения есть в этой сфере. Поэтому что сегодня была очень конструктивная, важная беседа двух сторон. Звание чемпиона Эстонии – это далеко не единственный титул Родиона, который является также призером Европы среди юношей, победителем юношеского чемпионата Евросоюза и многих других международных турниров. Родион успешно выступил на чемпионате Эстонии после небольшого перерыва. До чемпионата Эстонии был последний бой 1,5 года назад, и, конечно, было очень тяжело в плане и готовиться, и эмоционально, но все равно, конечно, мы ехали туда. Ну, я бы не поехал, если бы я не был бы уверен, что выиграю. Но так как бои были равные, подготовка была не такая высокая, то, конечно, очень, очень рады со своим тренером, с Николаем Петровичем Бабковым, что все хорошо так получилось. Родион, насколько был сложным последний бой? Соперник был, конечно, очень сильный. Он, живет боксом, постоянно на сборы ездит. А у меня, как таковой, и спарринг-партнер всего один, ему 17 лет. Но повезло, что он хоть и ростом такой же, техничный, в принципе, как я. И вот, конечно, когда смотришь видеозапись, даже я когда смотрю, я вроде кажется все по силам не так все тяжело, но когда если так вспомнить все это, то уже с первого раунда я думал, как бы мне вообще бы выжить. Но, конечно, так как вроде есть какая-то техника, то на видеозаписи не видно, как мне было тяжело, но было прилично так. Силы, конечно, еле-еле хватило. Совет от чемпиона Эстонии по боксу для наших телезрителей. Ну, совет, конечно, дети, занимайтесь все спортом, приходите, потому что все-таки, чем проводить время на улице, независимо, ну, я говорю, не именно про бокс, а вообще, то лучше выбирайте спорт, потому что вот эти все гулянки как бы ни к чему хорошему не приводят. Поздравляем Родиона Ипполитова и тренера Николая Бабкова с победой. Следите за новостями на сайте «Молодой ЕЕ».